Acum mai bine de un an, bălțenilor li s-au promis piste pentru bicicliști. Astăzi, înțelegem că benzile roșii de pe trotuare din centrul orașului și de pe strada Decebal sunt, de fapt, doar pentru decor. Așa se pare că au rezolvat autoritățile problema. Aceste piste nu au fost executate conform standardelor europene. Să mergi pe aici cu bicicleta este dificil, pe alocuri chiar imposibil. De vină sunt stâlpii amplasați în mijlocul trotuarului, bordurile prea înalte, dar și gurile de canalizare așezate și ele greșit. Принцип передвигаться по тротуарам нельзя, да, на велосипедах. Но учитывая ту ситуацию, которая есть, большое движение и все остальное, если люди будут правильно этим пользоваться и не будет столкновений на пешеходной зоне, то, в принципе, даже на сегодняшний день я могу сказать, что наша полиция, которая в городе Бельце, да, очень лояльно к этому относится. Хотел бы, чтобы примария все-таки обратила на нас внимание, когда делают какие-то проекты, все-таки консультировалась и с нами тоже. Мы не говорим, что наше решение является самым важным, но хотелось бы, чтобы с нами был тоже диалог. Николай Червенков, Циркул mai activ cu bicicleta de 3 ani. Tânărul spune că pentru a evita transportul public a recurs la bicicletă. În opinia lui, orașul Bălți este un oraș mic și inițial nu a fost gândit pentru piste pentru bicicliști. Велосипеды это круто. Велосипедисты это тоже крутые люди, спортсмены, молодцы. Неважно, если даже вы за хлебушком едете в магазин, катайтесь на велосипеде. Это здорово для здоровья, вообще красиво выглядит. Вот. И в городе, соответственно, нужно что-то развивать. Что-то делать, чтобы велосипедисты чувствовали себя полноправными членами общества дорожного движения и были искренне счастливы. Давайте что-то делать вместе. Либо элемент дизайна, либо для велодорожки, я так понимаю. На данный момент эти дорожки, хотя многие думают, что они велодорожки, официально они не числятся таковыми, они просто для красоты пока. Okay. И вот, в общем, велосипедистам некуда податься. Там мешают. Ну, жалко, что так, потому что, когда они эти тротуары делали, я думал, что этот момент продумывается. Так, в принципе, у меня тоже велосипед, я езжу иногда. Ну, печально, если вы говорите, что это не так. Бичиклищи din oraș vor fi nevoiți să se deplaseze ca și până acum, pe carosabil sau pe trotuare, punându-și zi de zi viața în pericol. Este roșii pentru bicicliști. Pentru bicicliști, ca în Europa. Un sat e foarte bine făcut. Dar la noi lumea nu știe că asta e roșu pentru bicicliști. Dacă lumea se respecte și și o lecție oricare, chiar ca linia asta roșie pentru bicicliști, a să intre, a să respecte. Un an, doi, trei și a să respecte. Ну, велосипеда дорожка, так понимаю. Вам лично мешают велосипедисты обычно, когда едут по дороге? Ну, если они не едут ближе к обочине, то не мешают. Но если едут по всей дороге, то, конечно же, мешают. Atâta timp cât nu există piste speciale pe unde să se circule, pe bicicliști sunt supărați și șoferii când îi văd pe șosea, dar și pietonii atunci când merg pe trotuare. Это тротуары двух цветов. Если они будут велодорожки, их надо довести до требуемых норматив. Согласно документации, единственная велосипедная дорожка у нас по улице Конева построена. Ну, вот последующие у нас 5 лотов, да, сколько-то там, 10 дорог почти проектируется, пешеходных именно тротуаров с устройством велосипедных дорожек. Специалисты управления капитального строительства атестованы за технический надзор. Toate zonele roșii de pe trotuarele din Bălți, în afară de cele de pe strada Conev, sunt trotuare pietonale în două culori. Pentru anul acesta nu a fost planificată amenajarea acestora și dotarea lor cu piste pentru bicicliști. Ce va fi mai apoi, vom trăi și vom vedea.